Знаете, когда слушаю выступления моего президента, президента Порошенко, я всегда плачу. Я сам не знаю почему, но всегда слезы подступают к горлу. Он так говорит как-то проникновенно, знаете, по-простому, но проникновенно. Ничего не могу с собой поделать, рыдаю. Вот последние его выступления в ООН мне особо понравились, как про Россию, агрессора там, про то, как напали, как он вообще, ну, не сдерживал эмоций человек, про блокаду Крыма, про крымских татар. Знаете, вот слушаю это просто и ком к горлу. А давайте посмотрим, чем торгуют в Крыму как раз блокадники. Крым, город Симферополь, конфеты Рошен, убрали название, и все покупается, все продается. Производство города Липец, Рошен, 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 Рошен. Убирается название, и все продается. Город Липец, производство Россия. Слава Украине! Крым, 29 сентября, Рошен. А ну переверни, возьми. Производство у нас. Где у нас производство? Не вижу. Ну что там написано? Россия, Липецк. Вот и Рошен, вот и Крым. В принципе, в ООН можно было на большом-большом экране показать магазин, где продаются конфеты Рошен, производство Липецкой фабрики.